Аппарат ТОЦ! Ах, Сережа! Раздался взрыв. В воздухе мелькнул сбитый осколком флаг. Рискуя жизнью, Солицын бросился вперед и на лету схватил его. Вот это парень! Не растерялся. Настоящий герой. Отличился. Конечно, не трудно отличиться, когда тебе никто не мешает. А меня мама... Знаем, забрала в эвакуацию. Ах уж это мама! Будьте покойны, я бы тоже себя показал. Хорошо, Федя, учтем. Читай мачту дальше. Столицын мечтает стать офицером флота и вернуться на север к своим боевым друзьям. Вот и все. Ай да Столицын. А в какой Нахимовской он поедет? Тут не сказано. Я знаю. Столицын приедет учиться к нам. Кто сказал? Откуда ты знаешь? Я написал ему письмо, и от имени роты я приглашаю его в наше Нахимовское училище. Как вы считаете? Правильно, Борис, моряк нам нужен, а Столицын фронтовик, герой. С таким не пропадешь. Ну, правильно. Правильно. Внимание! Внимание! Подстеньте и сбейте! Что случилось? К нам прибыл новый командир роты. Прибыл! Наконец-то! Ура! Ура! А ты не радуйся, мачта. Лучше пояс подтяни. Пояс? А что? А то, мне уже от него попало. За измёт и воротник. Ого, значит боевой. Боевой? Ни одной награды. Ни одной. Ну хоть вид у него есть. Какой там вид? Лицо хмурое, сердитое, длинный-длинный, как Дон Кихот. И никакого вида. Пошли, мачта, посмотрим. Пойдем. И я. И я. И я. Только не все. Смирно! Товарищ адмирал, за время дежурства никаких происшествий не случилось. Помощник дежурного по училищу вице-старшина первой роты Бугров. Вольно. Вольно! Мичман Булат? Так точно, товарищ адмирал. Не забыли? Что вы, Иван Ильич, часто вас вспоминаю. Спасибо, товарищ адмирал. А я вот пополнение к вам привел. Вот как? Откуда? С Северного флота, рядовой Сергей Столицын. Адмиралом решил стать? Решил, товарищ адмирал. Смотри, какой решительный. Ну что ж, адмиралы нам нужны. Сколько у нас морей? 12 морей, 2 океана. Видишь, сколько? Значит, адмиралов много нужно. А медаль Нахимова за что получил? За образцовое выполнение задания командования. Трудное у тебя положение. Догадываешься. Воевал ты образцово, значит, и учиться обязан образцово. Ну ничего, воевать все-таки труднее. Ко мне, Мичман. Есть. Ты побудь тут, присмотрись пока. К нам прибыл. В Нахимовское. Раз Нахимовское, значит к нам. Североморец. Североморец. А ты Сергея Столицына знаешь? Кого? Сергея Столицына. Героя торпедного катера. Нет, не знаю. Эх ты!
А еще североморец. Да Сергея Столицына весь Северный флот знает. Я, конечно, говорю о настоящих моряках. Он медалью Нахимова награжден. Про него даже в газетах пишут. Вот, смотри. Не знаю. Не слыхал про такого. Ребята, да она не моряк. Ты моряк. А вот мы сейчас проверим, какой ты моряк. Закрой глаза. Ну, закрыл. А теперь скажи, сколько на твоем воротнике белых полосок? Столько же, сколько на твоем. Три. Знает. Молодец. А почему три, а не четыре? Ладно, не морочь голову. А что означают три светлые полоски на голубом фоне? Не экзаменуй. Не дорос еще. А вот не знаешь. А еще надел флотский воротник. Гордость русского матроса. Отойди. Ну, полегче. А то живо будешь сидеть на полу. Попробуй. А вот и попробую. Ну? Что ну? Начинай. И начну. Попробуй. И попробую. Батарея, к бою! К матеру ты. Не поладили? Что же это? Он уже вас успел обидеть? Нас не обидишь, товарищ капитан третьего ранга. А как вы разговариваете, сэром? Устава не знаете? А на плечах погоны. Встречать новичков. Людный обычай. Какая рота? Пятая. Отправляйтесь к себе. Что я говорил? А? Узнаете. Придира. Сухопутный моряк. Канцелярия. Чернильная душа. Заметили шизовид? Так точно. И что в другом виде? Ни-ни. Понятно? Понятно, товарищ старшина. Ну вот. Разрешите спросить? Спрашивайте. Три... Белые полоски на голубом фоне. Память о трех величайших сражениях русского флота. Вот что? А я и не знал. Обязаны знать, воспитанник Столицын. А какие это сражения? В свое время узнаете. А сейчас запомните насчет вида. И чтоб в карманах не таскать всякие там... Понагрузили. Покажите. Медали. Медали положено носить на груди. Отличником стану. Тогда и повешу. Приколите. Каждый из вас писал о родном селе, о родном городе, а все вместе написали о нашей славной родине. Из любви к родному дому, родному краю растет и наша великая любовь ко всей советской земле. Об этом написал воспитанник Кожевников. Я горжусь моей Волгой, пишет воспитанник Соколов. На Волге бушевали народные восстания Разина и Пугачева. Здесь родились Ленин, Горький, великий летчик нашего времени Чкалов. В смертельной схватке за Сталинград родилась на Волге наша победа. Садитесь. Есть. Снежков. Конечно, можно красиво написать, если ты родился в знаменитом месте. А я родился в Волгино. Просто дачное место, береза да елки. Больше как на тройку тут и не напишешь. Разрешите сказать? А по-моему, не важно, где родился. Самое главное, ты советский гражданин. Так? Сергей Столицын. Столицын? Столицын? Это же он.
столицу. Вот так встреча. Показали себя. Теперь, конечно, он с нами дружить не будет. А башня? Про башню забыли? Сделаем его начальником сигнальной службы. Еще как будет дружить. А ты хоть раз тонул? Приходилось. Вот это жизнь. Столицын, идем. Куда? Зачем? Куда? 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 Чего кричите? Начальник вызывает. Понятно? Раз начальник, так идем. Иди, иди, не бойся. Пусти. Куда вы меня ведете? Слушай, только об этом никому ни слова. Обещаешь? Военная тайна? Секрет. Ладно, обещаю. Понимаешь, нашему училищу дают военный корабль. Эскадренный миноносец адмирал Нахимов. Будет торжественная встреча, бал, шлюпочные гонки. Когда он прибывает? Каждый день ждем. Так вот, мы решили вести наблюдение за морем и первыми доложить начальнику о появлении корабля. И тогда первыми пойдем в плавание. В плавание? Ну да, так у нас называют вахту на корабле. Понятно. Ну пошли. Вот и добрались. Привели, товарищ начальник. Это ты и есть начальник? Ладно, давай знакомиться. Борис Лавров. Мир! Занеси Федя Вахтина журнал. 9 сентября 15.00 заключен договор о мире и дружбе. Чопа, пора сигналить. Как на горизонте? Без перемен. Флажки. Есть флажки. Приготовиться к наблюдению. Есть. Штурвал? Есть штурвал. У вас даже журнал есть. А как же? Каждый день обстановку на рейде записываем. А вы точно знаете, что эсминец адмирал Нахимов придет? Точно. Отец Бориса был первым командиром этого корабля. А сейчас где он? Погиб. Пал смертью храбрых. БНП сигналит! Кто сигналит? БНП. Береговой наблюдательный пункт. Там Настепка Сковородкин. Надежный малый. Тоже ведет наблюдение за морем. По нашему поручению. С делом справляется? Есть, конечно, недостатки, но ничего, работает над собой. Чего он там машет? Понять не могу. Пора бы уметь разбираться в сигналах. Так с вами и корабль прозеваешь. Н, А, В, О. Да ты прямо читаешь, что ты буквы диктуешь? На. Горизонте без перемен. БНП. Вот и все. Эх, мне бы так читать сигналы. Я бы себя показал. Будьте покойны. Хватит болтать. Записывай положение на рейде. Есть. Пиши. 4 лидера. 2 сторожевых корабля. С лидерами ты, по-моему, напутал. Ну, а посмотри. Да я и так вижу.
4 миноноса, а лидеров никаких нет. Плохо ты, брат, в силуэтах разбираешься. Ты хорошо разбираешься. Такого пустяка, как про полоски на воротнике, и то не знаешь. А вот знаю. Ну, скажи. 3 белых полоски на голубом фоне – память о 3 величайших сражениях русского флота. Так? А какие это сражения? Вот этого не знаю. Вот так ты силуэты знаешь. Первое сражение было... Не лез, не твое дело. Тащи-ка лучше справочник. Я ему сейчас докажу. Никуда я не пойду. Напутал, так признайся. Ах так? Так отваливай отсюда совсем. Погоди, не горячись. Силен. А кораблей все-таки ты не знаешь. Пойдем, Федя. Вот тебе и начальник сигнальной службы. Какие там занятия? Тут Вера Федоровна сама жизнь такой контроль устраивает. Давай, гляди, на мель сядешь. Ты про Гангут слыхал? Гангут? Что такое Гангут? Полуостров на Финском заливе. Теперь он называется Ханко. Ханко? Это где в Отечественную войну наши моряки отличили? Ну да. А в 1714 году Петр I разгромил там шведскую эскадру. Вот тут. Вот тебе и первая полоска. Память о победе при Гангуте. А вторая полоска... Чекминский бой. Или где же то? Я начал рассказывать. А там кому досталось? Туркам, туркам. Турок тоже не обидели. В 1770 году... 11 русских кораблей... Да не мешай ты мне. В 1770 году 11 русских кораблей в Чекминской бухте атаковали 72 турецких корабля. Атаковали и 66 потопили. А наших было всего 11. Хороший счет. Ну, а третья? А третья? Опять туркам летела. У Синопа. Ну, дайте же мне рассказать. Про Синоп я сам знаю. Там адмирал Лохимов показал туркам, где раки зимуют. Ходил я в библиотеку. Поменял книги, выхожу обратно. Вдруг вижу знакомые личности. Шмыхнем у меня. Ладно, думаю. Товарищ Коркин, когда вы докладываете, говорите самое главное. О подробностях, если нужно, вас спросят. Есть, товарищ капитан третьего ранга. И от воспитанников требуйте докладывать коротко, ясно. Говорите правильно, по-русски. Продолжайте. Вот, товарищ капитан третьего ранга. Это я нашел на башне. Наши затеяли. Воспитанников Лаврова и Зайцева видел своими глазами. Спускались по лестнице. Это такой народ. Вы еще наплачетесь. Каждый день какое-нибудь приключение. Прикажете к вам вызвать? Не нужно. Отнесите все это обратно и положите на место. Выполняйте, товарищ Коркин. Есть. Начальник училища. Должен сказать, что меня в детстве тоже тянуло на чердаке и крыше. А с колокольни, например, я мечтал увидеть Атлантический океан. Удалось? Сторож помешал. Выпорол. Вот вам и последняя новость. А вы не верили. Чья же это работа? Чья? Конечно, Столицына. Наложил командиру роты. Вот и рад выслужиться перед начальством.
Сама вступаете? Так точно, товарищ капитан третьего ранга. Хорошее дело делается. Да вот не знаю, как мне тут быть. А что так? Не знаю, как написать. Родился я в деревне Бугры, а деревни этой уже нет. Немцы сожгли. Дотла. В начале войны. И родители там погибли. А места там хорошие. Лес, река, березовая роща. Лучше не бывает. Не верите? Почему не верю? Верю, Старицын, верю. Я своим морякам на катере рассказывал. Они тоже поверили. И даже когда один немецкий транспорт топили, командир так и сказал: это, Сергей, за твои бугры расплата. Знаменитое место. Вот все это и напишите. Пусть наши комсомольцы знают, что бугры – знаменитое место. Не зря за них воевали. Придет время, и на том месте вырастет большой город. Вот все так и напишите. Это ты? Я. Мы так и знали, что это ты. Вы о чем? Не прикидывайся. Говори прямо. Ты про башню донес? Башню за тебя запечатали. Запечатали? Так вам и надо. Научитесь сначала в кораблях разбираться. Такое дело провалили наблюдатели. Нён. Нён, как же мы теперь эсминец перехватим? Остается одно. Дать задание БНП. Правильно. Пиши. Уж Степка-то нас не подведет. Степа, нашу башню запечатали. Теперь вся надежда на тебя. Так и написано. Вся надежда на тебя. Значит, на меня. Ясно? Ясно. Читаю дальше. Не своди с моря глаз. Как увидишь наш корабль, дай сигнал номер 3. Подписал Борис Лавров. Все ясно? Все ясно, товарищ командир! Лезь на вышку, да не прозевай. Я маленькая, понимаю. Ну то-то, иди. Внимание! Последнее известие! Преподаватель заболел! Занятие будет проводить командир роты. А он что-нибудь в этом деле понимает? Не знаю, он мне не докладывал. Понимает. Сухопутный моряк, ни одной награды. Да! Мирно! Товарищ капитан третьего ранга, 51 класс занятий готов. Дежурный по классу воспитанник Кириллов. Здравствуйте, воспитанники. Здравствуйте, товарищ капитан третьего ранга! Вольно. Сесть. Главного калибра линкор имеет орудие среднего калибра 130-152 миллиметра. Хорошо. А как назывались линкоры прежде, знаете? Кто ответит? Воспитанник Лавров? Есть. К модели. Раньше такие корабли назывались броненосцами. Правильно. Бороться с бронированными кораблями очень трудно. В бою приходится прилагать усилия, чтобы поразить вражеский корабль в наиболее уязвимые места. Какие? Знаете? Нет, мы этого не проходили. А вы, воспитанник Старицын, проходили? Нужно поражать вражеский корабль в район главных механизмов или котлов. Потеряет ход,
Тут уж его расстреливай и топи. Правильно. Расстреливай и топи. Садитесь. Есть. Разрешите сказать? Я хочу сказать, что у наших рей уязвимых мест нет. Советская броня надежно защищает и котлы, и механизмы. Это неверно. Уязвимые места есть у всех кораблей. Дело не только в советской броне, а и в советских моряках. Советские моряки – вот самая надежная броня наших кораблей. Идет! Адмирал Нахимов идет! Смирно! Кругом! По местам! Сесть. Плохо ваша сигнальная служба работает. Отвратительно работает. Баржа пришла. Баржа с углем. Придется вас научить отличать эсминец от баржи. Итак, далее до кочегарки. Ясно? Ясно, товарищ старшина. Ну вот и прекрасно. Действуйте. Видал, Марат, четвертую роту? Гуляют ребята. Море пошли. В гостях на батарее побывают. А у нас воскресник имени Бориса Лаврова. Знаешь, что мачта? Какое у тебя мачта? У меня фамилия есть, Зайцев. А мачта, это слово теперь забудь. Воспитанник Зайцев, дела не вижу. Будьте любезны, возьмите лопату, покажите пример. Товарищ Коркин, а вы сами когда-нибудь уголь грузили? Приходилось. Грузил до потери сознания. А под огнем противника не доводилось? Еще бы, вот в Кронштадте. Понятно. Помню. Ну тогда соберите мне роту. Есть. Скучная работа, ребята. Скучная. Медленная, грязная. Ну, как на ней отличишься? Совершенно верно, товарищ капитан третьего ранга. А вот и неверно, воспитанник Зайцев. Смотрите, перед нами берег осажденного Севастополя. К нам прорвалась баржа с углем. Он нужен Севастополю как снаряды, как воздух, как хлеб. Кругом гремит бой, непрерывно налетают вражеские самолеты, а мы работаем. Thank you.
товарищ капитан третьего ранга. Здравствуй. Разрешите мне грузить уголь? А кто ты такой? Степа, Степан Андреевич Сковородкин. Я к вам в Нахимовское собираюсь. Нахимовское? Я все знаю. Сигнализацию, рангоут, стенги, гафель, грот Брамштан. Мама купила мне новую капитанку. А кем же ты хочешь стать? Капитаном. Управлять большими кораблями. А учишься как? Отличник? Вот только по арифметике. Брат, тогда ничего не выйдет. Без арифметики на море пропадешь. За арифметикой дело не станет. Разрешите. Ну ладно, иди работай. Тот самый БНП есть. Дайте воздух. Есть воздух. Воздух! Моторы! Воспитанник Зайцев, а вы почему не в укрытии? Не боитесь? Вдруг да бомба? Привык, товарищ адмирал. В Ленинграде во время блокады потушил 38 зажигалок. Вот как? Герой. Разрешите продолжать? Продолжайте. Есть продолжать. Молодцы ваши севастопольцы. Я бы их наградил, товарищ адмирал. Ну что ж, придется, Виктор Васильевич. Адмирал нас наградил. Наградил? На шлюпках под парусами идем на батарею. На батарею? Прелестно. Значит, постреляем. Заряд фугасный, заряд боевой, залп. Ясно? Ясно, товарищ старший лейтенант. Выполняйте. Есть! Бою! Тимут 62-30. По миноносу. Прицел 60. Целик 410. Фугасный. Заряд боевой. Залп! Здорово получилось, ребята. А погода для нас подходящая. Как вы думаете, товарищ старшина? Погода не дурна. Для морячивания в самый раз. А ребята не сдадут? Не должны, это такой народ. Потом рано или поздно начинать надо. 10 минут сбор на посадку. Есть! Слышали, как я командовал? Ребята, последнее известие. Через 10 минут посадка. Посадка? Не может быть. Шторм же начинается. Какая тут посадка? А четвертая рота пошла домой. Сказал тоже. У них же командир бывалый моряк. С таким и шторм не страшно. Не то, что наш. Товарищ капитан третьего ранга, воспитанники все на лицо. Хорошо. Можно отходить? А может, вернемся, товарищ капитан третьего ранга? Переждем погоду.
А что, разве дождь будет? Мы ведь моряки, промокнуть не боимся. Плохо плавает, поднимите руки. Отлично, все хорошо плавают, я так и думал. Товарищ капитан третьего ранга, я, кажется, плаваю неважно. А почему не подняли руку? Держусь. Отходим. Есть. Поднять паруса. Счастливо вам, заводья! Пятая рота вернулась. Как видим. Сколько баллов? Держите на готове моторный катер. Да-да. Чего приуныли, товарищи моряки? Скучно без дела, а? Да, работенка нам не помешает. Сразу душа запоет. На фалах паруса долой! Есть паруса долой! Рангоут, руби! Уключены вставить, весла разобрать. Весла на воду. Пара. 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 Как самочувствие, воспитанник Снежков? Прелестно, товарищ капитан третьего ранга. Чуть-чуть заиграл, а вы уже корму показали. Храбрецы! При чем тут мы? Командир приказал. Командир, то ли дело наш. Орел, хоть и ни одной награды. Отдай разговоры. Не то, что ваша кустарная артель. А кто это сделал? По приказу контр-адмирала. А наш командир участвовал? Еще бы, капитан третьего ранга и повернул это дело на правильный курс. Итак, пункт Б продолжает свою Бирна! Работу. Вольно, вольно. Воспитанник Лавров, доложите обстановку на рейде. Есть. А вы записывайте. Есть. На рейде 3 сторожевых корабля. Два тральщика. Так. На горизонте появился корабль. Каким курсом идет корабль? 45. Класс корабля? Корабль военный. Класс корабля, эсминец. Правильно. Эскадренный миноносец адмирал Нахимов. Адмирал Нахимов! Тот самый корабль, которым командовал ваш отец. Войдите. Товарищ капитан третьего ранга, пятая рота по вашему приказанию. Понятно. Идите. Идите.
у нашего командира-то орденов, медалей. А ты говорил, ни одной награды. Товарищ капитан 3-го ранга, 5-я рота построена по вашему приказанию. Командир 1-го взвода, капитан лейтенант Балашов. Здравствуйте, товарищи воспитанники! Здравствуйте, товарищи офицеры! Встать в строй! Есть. Направо! Правое плечо вперед! Шагом! Марш! Прямо! Который носит дорогое нашему народу имя адмирала Нахимова, мы клянемся, что будем служить отчизне так же преданно и беззаветно, как служил ей Нахимов. Как в годы Великой Отечественной войны служили ей герои этого славного эсминца, его матросы и офицеры, его первый командир, капитан 1-го ранга Лавров. Счастливого плавания, нахимовцы! Растите и крепните во славу могучей советской морской державы. Ура! Ура! Надеетесь на своих, Виктор Васильевич? Думаю, что честь роты не уронят. Посмотрим. Кстати, это экзамен не только для ваших ребят. Понимаю, товарищ адмирал, сделал все, чтобы не провалиться. Четверка вырвалась вперед. Это наша, 4-я рота. Стиль, только неважная. У нас стиль известный. Всегда будет на первом месте. Посмотрим. Раз. А ну, навались. Навались, ребята. Раз. Наша, 5-я рота. Слабоваты. До финиса далеко. Не дотянут. Увидим. Полным ходом, товарищ дежурный. Наши вырвались вперед. Марс! 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 Марс!
говорил, уже выдохлись. Рано веселишься, до финиша еще далеко. Все равно будете биты. Знаешь что, не ссориться. Опять четвертая впереди. Еще неизвестно, дедушка. Там мой внучек. Смотрите, пятерка-то. Теперь почетная вахта им обеспечена. Товарищ адмирал Столицын. Давай руку, Степа. Так. Держись за меня. Молодцы, ваши севастопольцы. Молодцы. Все мои пятерки смыло. А я хотел вашему командиру показать. Молчи, Ю. За тебя первое место потеряли. Пятерки. Итак, наша четвертая рота второй год на первом месте. Степку благодарите, жертву морской стихии. Степка тут не при чем. А по-моему, сегодня на первом месте все-таки пятая рота. Ранга. Спать не хочется? Мне сейчас. Никак нет, товарищ капитан третьего ранга. Молодец, воспитанник Снежков. Спать на посту нельзя. За сон на посту строго наказывают. А ночь хороша. Thank you.
Воспитанника Столицына. Я тревоги не объявлял. А кто же? Не знаю. Здесь лежала эта книга. Она давила на рычаги сигналов. Я снял ее. Так, дайте бой. Есть! Вам благодарность за проявленное стремление спасти товарища. Так должен поступать каждый из вас. Если не вы, кто же это мог сделать? Не знаю. Только я тревоги не объявлял. Снять их с вахты. Есть. Переполоху устроил Столицын. Устроил, да еще и не признается. Столицын устроил тревогу. Не болтай чепуху. Что он, Степка Сковородкин, что ли? Да за такую глупость засмею. Степка не Степка, а журнал «Сигнальные рычаги» сунул. Вот так Столицын, бывалый моряк. Теперь нам четвертая рота проходу не даст. Отличились, отстояли почетную вахту. Не разговаривать. Пятая рота повзводна по шлюпкам. Первое отделение. Внимание! Внимание!
опять что-нибудь случилось? Сегодня в образце пионеров бал для нахимовцев. Для нас. Прилет. Значит, потанцуем. Рано веселитесь. Что ты сказал? Говорю, рано веселитесь. Пойдут все, кроме нас, нашей роты. Понятно? Понятно. Вот честное слово, можно вывести парня на чистую воду. Вот смотрите, случилась тревога. Воспитанники построились. Никто из ребят заправиться как следует не успел, так? А Лавров? Вот, думаю, молодец этот Лавров. У него даже ботинки... зашнурованы. Да, вы тоже заметили? Нет, просто спрашиваю. Разрешите мне толковать с ним? Не нужно. Прикажете вызвать к вам? Тоже не нужно. Просто не понимаю. Что-то четвертая рота, комсомольцы. Продраили бы с песочком на собрании порядок. А с этими малышами и требуй с них, и учи. Все это, пожалуйста, по-деликатному. Просто голова кругом идет. Что же делать? Учить и требовать, и все это деликатно. А пока молчать и не подавать виду. Нет, ты скажи, что Столицын, почему из-за тебя должна страдать вся рота? Отойди! Смотри, какой вояка! Медали повесил? Медали не трогай! А почему не трогай? Это тебе не кнопки сигнала. Что случилось? Сами знаете, товарищ старшина. Воспитанник Зайцев, научитесь докладывать старшему начальнику. Есть! Говорите коротко, ясно, докладывайте самое главное. Товарищ старшина, из-за этой истории со Столицыным нас сегодня во дворец пионеров не пускают, а завтра... Понятно. Получите билет во дворец пионеров. Снежков! Воробьев! Лавров! Лавров! Соколов! А Столицыным билет будет? Вы, воспитанник Лавров, лучше завяжите шнурок. А то как тревога, так... Какая тревога? Говорю, случится, допустим, тревога. Наступите на шнурок, пойдете. Васильев! Топорков! Вода! Соколов! Сейчас тяжело. Надо его поддержать, он не виноват. А если виноват, то надо ему помочь признаться. Товарищ адмирал, мичман Булат прибыл в ваше распоряжение. Здравствуйте, Иванович. Очень рад. Вот теперь у меня есть действительно прекрасный боцман. Да. Видно, мой совет вам пригодился. Замечательный совет. Очень вам благодарен, мичман. Извините, товарищ адмирал, а как тут у вас мой Столицын? Да случилась тут одна история. Натворил чего-нибудь? Да. Так может, теперь я тут и ни к чему? Ведь Сергея-то я воспитывал. Покорнейше благодарю.
Ранга. Не узнаете? Это я, Степа. Степан Андреевич Сковородкин. А, Степа, здравствуй. Как успехи? Отлично. По арифметике 5 получил. Молодец. Быть тебе моряком. Спасибо, товарищ капитан 3-го ранга. 5-й роте повезло. Ночью была боевая тревога. Все по-настоящему. Как на войне. Интересно. Посмотрите, как он замечательно танцует. Замечательно. Что? Вот наш Борис Лавров танцует. Прелестно танцует. Хотите познакомить? Пожалуйста. Скажите, это тот самый Сергей Столицын, о котором писали в газете «Пионерская правда»? Точно, у вас хорошая память. Благодарю. Теперь он у вас учится? К сожалению, даже в нашей роте. А почему к сожалению? Не оправдал наших надежд. А это правда, что он герой? Герой. А почему он сегодня не пришел? Видите ли, с ним случилось... Ничего с ним не случилось. Столицын не виноват. А кто виноват? Борис Лавров! Лучший танцор нашего училища. Прошу познакомиться. Уж Лавров-то сумеет постоять за честь своей роты. Будьте покойны. Это не Сергей Столицын. Интересно было на вахте? Не знаю. Все было по-настоящему? Не знаю. А кто же знает? Не знаю. Благодарю вас. Что случилось? Ничего. Ну и лучший танцор училища. Это же настоящий Бука. Бука? Почему? Не знаю. Разрешите пригласить на вальс? Только вам. Скажу я по секрету, нас сняли с вахты. Смотрите, как получилось неприятно. Ладно, ладно. Моряку плакать не положено. В море без того соленой воды много. Совсем забыл с вашей тревогой. Это тебе. Дивизионе все читали. Душевное письмо. Читали, радовались. К замечательным ребятам ты попал. Ребята хорошие. А все думают, что это я. Один Борис Лавров только. Да ведь так получается, Сережа, что им и думать-то больше не о ком. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. С приездом. Ну, спасибо. Опять кого-нибудь привезли? Да нет, теперь уж сам к вам приехал. Учить нас будете? Почему же мне вас учить? Вы и без того народ ученый.
По боевой тревоге строится в 2 минуты 17 секунд. Куда уж тут учить? Спасибо, Боря. За что? За письмо. Спасибо, сынок. И за письмо спасибо, и за то, что веришь Сереже. Это и есть настоящая дружба. Вопрос о приеме Столицына в комсомол мы должны отложить. Правильно! Разрешите сказать! Тут дело не в тревоге, воспитанник Громов. Принять за уши! Товарищ председатель! Слово имеет воспитанник Снежков. Мичману Булату приготовиться. Я, конечно, решающего голоса пока не имею. Не дорос еще. Меня в комсомол будете принимать в будущем году. Да, о Столицыне. Я считаю, что принять Столицына в комсомол надо. Столицын обманывать нас не будет. Он с флота пришел, воевал, смерти в глаза смотрел. Смотри, какой защитник нашелся. Правильно. Не мешайте, дайте сказать человеку. Если бы Столицын был виноват, он бы признался. Я ему верю. Верить сидя мало. Надо доказать. Доказать? Ну, не могу доказать. А скажите, кто из вас назовет Столицына трусом? Встань, Сергей. Нет таких. Садись, Столицын. А того, кто устроил тревогу и спрятался за спину товарищей, как мы назовем? Трус! Нет! Нет, я не трус. Столицын не виноват. Тревогу на корабле объявил я. Случайно. Так вышло и с вами. Ты думал, что своей ошибкой уронишь авторитет. Этого ты боялся. Они стали бы смеяться надо мной. Ну и что? Бывают испытания и потруднее тогда, как? Ведь сегодня товарищи не смеялись над тобой. Но разве тебе было легко? Понимаю, нелегко тебе было, Боря. И я рад, что ты нашел мужество сказать правду. Но я хочу тебя предупредить. Еще не раз ложный стыд, вот это излишнее самолюбие будут испытывать твое мужество. Не сдавайся, Борис, не сдавайся. Докажи, что ты всегда готов с честью постоять за правду. Я докажу это. Верю. Спасибо, Виктор Васильевич. Ну, очень рад, что ты меня понял. Помни, Боря, об отце. Он был замечательный человек. И его все очень любили. Ну, пора спать. Иди. До свидания, товарищ капитан третьего ранга. Спокойной ночи. Идите. Мир и дружба. Утренний свет, знамя твоих побед.